Привет, друзья! С вами я, Мила Зверева-Новикова. И сегодня хочу посвятить этот видос такому выражению, как «быть, делать, иметь». Я сейчас в данный момент катаюсь на лыжах. Не на горных, я обожаю горные лыжи. Сейчас вот катаюсь на обыкновенных лыжах. И вот пришла такая идея записать короткое видео «Быть, делать, иметь». Знаете, как бывает прикольно в жизни, да? Мы можем 100 раз слышать одно и то же. И при всем при этом не слышать, абсолютно не слышать. И раз мы не слышим, значит, оно не впитывается, не проникает, и, соответственно, это зерно, оно не растет в нас. И как мы хотим быстро всего и сразу, хотим иметь, да, зачастую мы столько делаем, 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 да, это я называю, есть такое выражение ИБД, да, имитация бурной деятельности. Мы что-то делаем, мы так хотим, мы добиваемся. Нам кажется, что мы добиваемся, мы пытаемся достичь. В конце концов, мы разбиваемся и, ну, зачастую не получаем то, чего хотим, либо получаем, но какой ценой? Вот ключ здесь, да, какой ценой. Так вот, фишка в следующем. Все-таки самое первичное и самое важное – это быть. Вот сначала нужно быть, да. Если ты хочешь быть здоровым, сначала нужно быть. Что такое быть? Это величайшая вера. Вера в то, вот то, чего ты хочешь, да, то есть… Любовь не верит, любовь творит, да, есть такое выражение, но смысл следующий, мы зачастую верим кому угодно, во что угодно, да, но не верим в самого себя. И не верим лишь только потому, что когда-то в детстве, ну, как я люблю говорить, вот в эту веру в себя кастрировали, да, наше окружение, это, возможно, бабушки, дедушки, мамы, папы, учителя, воспитатели, те, кто занимался нашим воспитанием от 0 до 7 лет, они просто, ну, скажем, подавили вот эту веру в самого себя. И наша задача вот именно взрастить эту веру. Вот быть – это именно поверить. Настолько, когда ты поверишь в себя в 100%, абсолютно без сомнений и колебаний, и при всем при этом следующий шаг – это ты запланируешь хотя бы 3 действия. Вот 3 действия для того, чтобы осуществить свое, там, допустим, сокровенную мечту или желание, да, то есть вот быть – это вера, потом 3 шага, ну, 5 шагов, да, простых, элементарных, и ты их делаешь, и только потом ты имеешь, да, и вот это, наверное, мне кажется, такой путь, он экологичный, да, такой чистый. И на каждом шаге мое стойкое вот сегодня убеждение, что нужно всегда себя похвалить, да, вот отпраздновать каждый свой шаг. Это, кстати, вот тоже нас никогда не учили, особенно выходцам, кто из Советского Союза, нам никогда не давали такой возможности праздновать свои результаты, свои победы, свои успехи. Ну вот, на этом все. С вами была Мила Зверева-Новикова, дизайнер собственной счастливой жизни. Жмите лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео, если оно вам было полезно, со своими друзьями, знакомыми. Я очень хочу быть нужной. Хочу, чтобы все, что я делаю, приносило людям радость, благосостояние, достаток. Пусть в мире будет больше любви. Всего самого лучшего. Пока-пока. Увидимся.